Мы сейчас с Насибом приехали на ранний пикник. Утро. В этом парке почти никогда нет людей, даже если это там, наверное, будний вечер и выходной день, потому что, во-первых, этот парк не в самом центре находится, он называется парк у пруда Бекет, и, собственно, пруд Бекет. Мы здесь редко бываем, но метко. Здесь людей очень мало, мне кажется, вообще мало кто сюда целенаправленно приезжает, потому что, во-первых, парк довольно далеко от любой станции метро, и то есть, ну, ты уже выбираешь, там, тебе в центр пойти или поехать сюда, и потом нужно будет там пешком идти. Либо на самокатах здесь неудобно проезжать, потому что дорога большая рядом, и нужно, ну, постоянно переходить, тащить за собой самокат, даже вот если я свой из дома возьму домашний, не тяжелый. Вот, но очень классный парк, очень тихий, потому что, опять же, здесь нет людей, наверное, это самый главный плюс. Сейчас Насибом выбираем, где сесть. Он предлагает вот здесь, в беседке. Не знаю, сейчас читаем вот про эту зону. Вроде как нельзя там садиться, вроде можно. Не знаю, Насиб читает в интернете. И будем устраивать пикник с семенами чиа и чаечком. Я взяла с собой зеленый с мелиссой, если не ошибаюсь. В термосе заварила нам на двоих. И вот такие мы ппшники. Раньше на завтрак ездили в ресторанчик кушать там какую-нибудь брускетту жареный, такой хлеб с маслом. А сейчас берем с собой еду. Ну нет, я шучу, конечно, мы и так часто ходим куда-то и, понятное дело, там все вредное кушаем. Но из-за того, что сейчас тепло, вот такая жаркая весна уже, то, конечно, хочется выбираться. Вот я даже думаю, в кофточке мне на солнце довольно жарко будет. Надо было, может, футболку надевать. Мы сделали утром семена чиа. Насиб попросил на молоке, я делала на натуральном йогурте. Мне кажется, там жирность одинаковая, но у меня прям получился действительно как пудинг, а у Насиба немножко жидковато, но все равно, я думаю, вкусно будет. А ты пробовал, кстати, перед выходом, да? И как тебе? Нормально. Да. Мы положили киви, который такой довольно спелый. А, муравьи! Сейчас я это передумаю пикник устраивать. Нет, только не мою куртку, нет! Я нарезала две груши, два яблока, печенька мы взяли с собой, сколько мух, господи. Ну, в общем, мы сели вот с другой стороны, беседка вон там виднеется. Так что все, сейчас будем читать книгу, кушать. Обалдеть, Наси, смотри. Твой вердикт? Мне кажется, он вредный. Сладкий? Очень вкусный, да. Да я посмотрю, там просто картинка прям, такая сочная прям была. Прям как кекс, он сочный. А, ну, прикольно. Он видно, вкусный. Что он мягкий. No sugar. Вкуснее? No sugar added, состав sugar. Как пирожное, не как печенье обычно. Ты видел? No sugar added, а состав первый, sugar. Вчера при изготовлении. В тот день он указал на несколько вещей в египетском стиле, сделанных под руководством его отца в 1920-е годы. Однажды я спросила, можно ли записать его воспоминания на плитку. После пикника приехала домой, чтобы переодеться. Ничего не кушала. Насиб тоже ничего не кушала, если кому интересно. И идем сразу в спортзал, чтобы... Не знаю, вообще я не голодная, но я еще подумала, что даже если я поем как бы просто, чтобы специально поесть, потому что давно не ела, только на пикнике там вот это все. Так, мы сегодня в ресторанчик идем поесть. Так, это он только сейчас меня пригласил так. Смотрите на него, тренируется в спортзале заниматься. Ресторанчик. Я переоделась, чтобы сходить в спортзал. А ты поки будешь в ресторане? Ну, прямо перед тренировкой я не смогу покушать. Мне нужно вот прямо именно за час, хотя бы за два. Ну и, в принципе, там плохо просто на тренировке станет, если прям сразу кушать. Сейчас еще такой интересный период, вот хоть мы в спортзале, здесь шумно, но я не могу не думать о том, что на днях мы дарим родителям собачку. Хотела сказать маме, потому что я всегда говорю маме, но из-за того, что собачка, грубо говоря, будет готова раньше, то получается мы захватываем папе день рождения, не знаю, считается ли это тоже юбилеем, но я рада, что это все равно подарок для них двоих, и так получается, что как бы мы все подбирали под мамины хотелки и желания, вот именно саму собачку, а получилось, что она будет готова прямо к папиному дню рождения, ну то есть, ну буквально там на 1.5-2 месяца раньше. Поэтому вот-вот собачка уже будет у нас с Насибом дома, она несколько дней там с нами поживет. Я, наверное, буду снимать влоги, если мне вообще будет до телефона, и потом уже подарю,
не знаю, это все-таки сюрприз будет, поэтому не знаю, какая у них будет реакция. Ну, конечно, обрадуется, но, не знаю, такой трепет. И вот сейчас нужно написать своему брату. Я думала вживую сказать, но думаю, уже сроки не такие, нужно заранее сказать. Мы хотели предложить, если он не придумал, что дарить, то чтобы он подарил все для собачки. То есть там корм, загон, ошейник, либо... В общем, я там даже не знаю, у нас есть список, есть даже точные ссылки от заводчика, что именно нужно взять. Я думаю, предложить брату, я думаю, он не откажется. Но если откажется, то мы сами это закажем. Ну, если, допустим, брат уже придумал или заказал подарок другой. Вот, потому что он про собачку еще не знает. Напрягается нормально, пресс, пресс, пресс. Мы хотели зайти за свежевыжатым соком, но передумали, зашли в итоге за творогом, который мы всегда покупаем в фермерском магазинчике, и ищем сейчас хумус, шпроты, вот мы водили баночек. Тут тунец, кстати, вкусный, но у нас дома, кстати, у нас две банки тунца, надо что-нибудь придумать. Ищем, где он тут лежит. В стеклянной банке должен быть, не знаю. Это придется с консультантами разговаривать. И хотели зайти и взять красное мясо, но из-за того, что сейчас майские праздники, там столько людей было. Так что ходим, ищем ППшники, мы такие, у меня килограмм творога, даже нам всегда больше кладут. Мы просим килограмм, она уже знает, что нам можно положить где-то 1200, и мы вообще не будем против. Может, в холодильнике где-то? Вот если мут мы нашли, это же рядышком должно быть. Нас отправили в веганский магазин, хотела сказать. Веганский отдел, холодильник он называется. Просто едет. Настя, я бы никогда в жизни до сюда не дошла. Вот я бы обошла весь магазин, но сюда я бы не заглянула никогда. Давай, хумус. Хумус в банке с кедровыми орешками он называется. Вот он, вот такой возьмем. Мы если раньше на хлеб намазывали, то сейчас с огурчиком будем кушать. Да, кстати, бомба. Да? Еще какой-нибудь хочешь попробовать? Есть красненький с томатами. Кстати, он по скидке, смотри. Какой красненький с томатами? Давай. Наверное, вот он красный, рядышком должен стоять, не? Мы даже в прошлом влоге, даже не в прошлом, позапрошлом, может, стояли у отдела с орехами, и Насим такой, нет, пожалуйста. Он уже в руках держал, но он такой, Аня, не покупаем, потому что он не может остановиться. Да, это, да, вот да. Этот мамчик, мама, я не могу остановиться, сейчас, это про Насимы орехи. Сейчас. Их же можно там, типа, 3 штучки. Нет, я сразу ем 5-6. Он килограмм. Ну вот, а вы говорите ПП головного мозга. Вот это может и ПП головного мозга. Но, кстати, хумус, он масляный, хотя я не знаю. Я тоже не разбираюсь в калориях, в составах. Насип, спасибо, что шумишь. Вот это вообще пюре и мамин рулетик. Там внутри творожный сыр. То есть, ну, понятное дело, просто вот то, что мама передает, мы это не выбрасываем, все это кушаем, неважно, вредно это, не вредно. Вот, у Насипа также супчик. Все, всем приятного аппетита. Взяли вот такое мясо, оно почему-то очень темное. Не знаю, яблочко называется. И Насип будет готовить сейчас, пока у меня созвон будет. Зашли и за огурчиком, и за морковкой сразу, чтобы с хумусом съесть. Хотя я не помню, когда мы последний раз по магазину так ходили. Обычно мы доставку заказываем. Творог, да, взяли, овощи взяли. Авокадо еще взяли, одну штучку попробовать, зеленый. Очень давно не брали. Это вяленые томаты? А я не ем их, кстати. Или это обычные томаты? Какая вкусная. Так хрустишь морковкой, как вот сухарики ешь, хлебцы. И через часик после еды, даже полтора, наверное, прошло, можно пить кофе. Я вот такой, даже не хочется сегодня шоколадки, может, потому что фиников я сегодня много съела, прям очень сладко во рту. Буду просто кофе пить и носить вот такой тоже капсульный, только капучинку, а у меня обычный эспрессо. Время ужина, посмотрим, что у нас здесь. Говядина, немножко совсем томатного соуса, водичка, морковка, лук без капельки масла, без всего, только специи, по-моему, на себе даже специи без соли добавил, взял специи, где нет в составе соли, и гречка.